Только после победы в районных соревнованиях лучшие из лучших имеют возможность отстаивать честь Ульяновской области в военно-спортивной игре «Зорница». 10 команд из районов области собрались, чтобы пройти торжественным маршем над площади 30-летия Победы. В парадных формах и уже с военной выправкой ребята выглядят уверенно. Еще бы, не все в 14 лет умеют собирать и разбирать автоматы. Все трудности уже позади. Осталось только показать высокий уровень подготовки. Самое трудное – это было держать сравнение в строю, подготавливаться к разборке, сборке автоматов учились. Но остальное более-менее легко далось. Среди 15 дисциплин есть интеллектуально-историческая викторина, где участники могут блеснуть эрудицией. Для выполнения основной части заданий требуется не только острый ум, но и ловкость, сила и физическая выносливость. Мы сдаем стрельбу, бег на километр, плавание на 50 метров. Потом идет за счет у нас прохождение полосы препятствий, то есть перепрыгиваем ров шириной 2 метра. На церемонии открытия «Зорницы» приехал федеральный инспектор по Ульяновской области Владимир Козин. Словами напутствия он проводил ребят на соревнования. Хочу пожелать вам в эти недождливые, но и не жаркие дни успехов в состязаниях, выполнить все 15 этапов, в которых вам предстоит участвовать, и победить должен сильнейший. Сами испытания будут проходить в селе Солдатская Ташла Терингульского района. Продлятся они всего несколько дней, с 14 по 18 июня. В финале областного этапа будет определена команда-победительница, которая отправится на окружной финал в сентябре 2018 года. Виктория Чиркова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.